Всем привет, друзья! Сегодня с вами Илюха, и давайте поговорим о такой интересной немецкой винтовке, как Gewehr 43. На мой взгляд, это самое, наверное, универсальное оружие в игре у немецких пехотинцев. Эта винтовка хороша тем, что она позволяет вести бой как на больших дистанциях, так и на дистанциях в упор. Ну, конечно, оптимальный ареал, так сказать, ее применения — это дистанции либо средние, либо дальние. Если же вы можете встретиться с противником в упор, и он вооружен пистолетом-пулеметом, то если вы не успеете ему попасть буквально в голову, то он вас тут же перестреляет. Но все равно с этой винтовкой можно даже рашить. На мой взгляд, это самое оптимальное оружие для новичков в игре, просто чтобы бегать и фармить, поскольку оно, как я еще раз повторю, очень универсальное. Ну и в качестве примера давайте я вам покажу два интересных геймплея с этой винтовочкой, которых удалось за одну жизнь настрелять достаточно много фрагов. Сразу прошу прощения за звук в первом эпизоде, микрофон у меня немножко был с перегрузом, но во втором эпизоде звук будет все-таки нормальный, поэтому немножечко извините. Ну ладно, поехали. Ну, блин, меня танки задавил, ну что ты? Я вижу автомобиль, уезжает с этой точки. Ранение совершил. А теперь убийство. Тут какой-то подозрительный тип пытался угнать автомобиль. Какая-то бандитская личность. Так, вон там. Убили. Это что за ваншоты-то какие-то? То не попадает, то ваншоты. Там еще танчик, я смотрю. Так, и этот автомобиль исчез. Тут смотрю, автомобиль поехал в сторону нашего С3. Гоночный. Еще один пехотинец отправился в Вальгалу. Ну, если его там примут, конечно. А вдруг монет у него с собой нет? Угу. По реке с текстами. Ну, я так и думал, что по мне кто-то пристрелялся. Смотри, снайпер-то какой-то по мне прям работает. И не попадает. Потому что я бегу четкими, заранее отработанными арийскими зигзагами. Как учили в вермахте. Куропатка. Подлые фашисты. О, да тут еще смотрю кто-то. По мне тут... Знаешь, такое в военных хрониках бы это было бы снято, блин. Че? Че? Четкие арийские зигзаги. А че? Че ты смешной? Просто не всем понял логики. Но звучало ведь оригинально. Так, и че, подожди, а че? А где бой-то весь идет? Бой уже в СЦ-3, ёшкин ты кот. Я же говорил, что туда сейчас прибудут специально обученные люди. На специально обученных мотоциклетах. Намек. О, тут такой звук бух, как будто что-то в никуда прям улетело. О, тут еще самолет меня обстрелял, причем свой. А тут целый пехотинец бежит. Я еще и самоубился, пока тут тебя пугал. Он сейчас в кустах где-то спрятался. Я не вижу, где он. Вон и танк еще я вижу. Либо что-то похожее на него. Ладно, сейчас. Так, это что ты там? Это там, смотри, перед тобой пех где-то должен быть, в кустах быть. Ты что стреляешь по мне? Ну кто же еще, Люк? Ну, там ты наводишь на меня ужас, слева от тебя вон там пех бегает. Да, да, вижу. Но я не попаду в него. Так. И еще идет со стороны домика какой-то боец. Ой, меня сняли. На этом,
На камешке летлюха прям перед тобой. Так, один минус. Наконец-то я в кого-то попал с этой супер имба винтовки. Чует мое сердце, мы что-то еще просрали, да? Что-то жерманцы. Походу мы просто зашли. Ну и вот я, да, нас кидает в места, не предназначенные для тащения. Официально. Да откуда он стреляет? Не пойм... А, я понял. Так, я вижу, еще он там прыгает, какой-то боец. Так, там танк сейчас будет заезжать со стороны. И чтобы ты понял, сразу уточню. Из вон туда. Из вон туда. Нет. Ок. На точке раз просто ключи. Твой вражеский зон дислокации. Что за вот херня? Их, они там толпой сидят. Ну, потому что проиграли мы эту точку. Быстро, они, однако. Толпа целая. Так, и что дальше-то делать? А, надо на точку, то тут в другом месте надо заходить, я понял. Ну, конечно. Так, еще танчик, я вижу, едет. С американским солдатом во главе. И они еще не видят меня. И меня это не может, потому что... Я бегу на абсолютно ровном месте. Там, где даже не помогут знаменитые арийские зигзаги. Поле, что ли? Ну, типа того, как бы. Ну, меня танчик увидел. Сейчас он меня укокошит. Если я не найду подходящего укрытия. Хотя он вроде меня и не видит. Но мне все равно надо что-то делать. Да хорош там, блин. Как они задолбали своими прыжками. Не могу попасть вообще на этом сервере. Ну, иногда попадаю, когда кто-то стоит. Что за херня? Ах, я уже напугался, думал, в текстуре застрял. О, целый шалман боевиков. Ну вот, его же скрысили у меня. Да задолбали они там, блин, там в будочке один. Я все в него попасть не могу никак. Что за херня? Ну, наконец-то одного успокоил. Демоны. О, гранату мне подкинули. Сейчас будут гости. Я помню, в какой-то игре можно было отпинуть эти гранаты. Это полно, что ли? Ой, не добежал, бедный. Старенький. Так. Ну и что тут? Тут танчик постреливает, очень хорошо это все место. Так, успел. У меня остался последний патрон. У меня вообще один патрон остался, только для себя. В голову или? Так надо мне что-то сделать, как бы это. Для себя любимого. Я полез за панцерфаустами. Так, где ты там, Сержан? Ага, вижу. Молодец. Молодец! Слушай, какой... Молодец. Где танки? Танки на мосту. Вижу. Так. Есть попадание. Ну что за фигня? Еще попадание. Все. Так, у пехотинцев вижу, бегут. Я не буду палиться, стрелять в них. Е4 захватывайте, я сейчас. Сейчас танки буду.
Да что ты цепляешься? Парковал. Так, я 4 забрали, что ли? Так. Мы так, просрали точку предыдущую. Там танки, там танкистов валите, они выбегают. Возле вас там. Убил. Так, все, танк один уничтожен. Возле вас, говорит, там танкисты. А, не вас, не вас. Я уже понял. Так, я вижу, у вас еще танк один севернее. А, я 4, блин, что за фигня? Илюх, он не видит. На меня посмотри. Сейчас, подожди, минуточку. Я знаю, где Сергей. Так, там по переправе, через переправу идет он. Берег, левый берег. Ну, блядь, я снайпер какой-то снял. Самое главное, эти черти юзают эту штуку, которая не показывает, где они, чтобы не палиться. Так, там еще один. Плывет. Сушки. Бежит, не бежит. Да что он там уплыл, блин? Так. Тихо. Серега, так. Здесь распаунт аккуратненько. Так, нам что надо, Е4 отбить, опа. Да? Блин. Так. О, тут еще танк приехал. Серега, ты видел, как мы нос в нос сейчас? Да, как он четко, блин, быстро. Я танк это подранил. Там танк приехал на этот. Вы захватываете Е4, а я пока прикрою вас тут с этой. Да нам бы еще выйти бы. Нормально здесь. А куда эта танкетка уехала? Блин. Тут танк я подранил, но он, его увезли куда-то. Давайте, захватывайте. Ой. ППД. Сраный ППД. Учите, что на, где-то на берегу будет этот. Мы тут со снайпером каким-то. К вам спускается, сторону. Спускается. Но его прессуют уже. Упал, убит. Давайте, отжимайте. Отжимаем. Танк я потерял. Чист. Так, давайте. Так, с вам, к вам это, танк подъехал, сгорел, он уже заехал к вам. Угу. Я его не вижу, блин, отсюда. Ну, у нас пока все чисто, мы пока здесь вдвоем. А двое зашли. Убил. Тут снайпер по нам работал. Я его сразу снял. Так, один бегает. И... Так. Так, снайперюги тут. Со всех сторон прям. Так. Там танк еще на горе будет. Ходит. Так, вы отжали, да, точку? Да. Что, надо переходить на следующую? Нет. А, спускается к вам. Запрыгивает сейчас. Уже зашел вот так. Возле дома ходит. Так, у меня тут снайпер где-то. Не работает. Угу. Снайперен что-то убрал. Так, ну что, нас пятеро уже. Так, надо на следующую точку идти. Я пойду пока выдвинусь. Там где-то возле сарайчика с ППДшкой сидит, черт. Так, у меня? Приехал. А у вас? Где там? У вас там? Танк у вас? Да. Я могу его увидеть, нет? БТ-7. Сейчас, если я увижу. А где он? А, нет, он за домом, да, спрятан от меня? Да, он между зданием и я понял. Сейчас я могу взять тогда Панцерфауст один. Вот я подсвечу. Сейчас. Мне надо еще добежать до туда. О, еще один. Подсветил. Ну я и бегу к вам с Панцерфаустом. Мне еще далековато. А что один?
Ты одним его не убьешь. Я в курсе. Попал. Отсек боеприпасов уничтожен. Супер. Там еще выше чуть-чуть. Еще один. Выше него. Но у меня нету, Фауст. Мне на обратно идти на, да, на этот. Или пойдем следующую точку захватывать. Я думаю. Я пойду следующую отбивать. Так они ее сейчас отожмут и все. Не-не, вы держите, я попробую отжать. Я с минус один там. Угу. Еще один. А, еще двое, они вдоль берега идут, короче, со стороны моста. Сейчас я их встречу. А-а-а. Попытаюсь. Четко. Где-то второй. А, так уже точку-то отжали это. Второй, да, ты? Он, да, в ту сторону идем, там. Я двоих снял. Церковь надо брать. А, обоих снял? Красавец. А, вот один тут сдох, а другой там уход. Угу. Молодец. Да, вот они. Блин, как они с ППД-40 так стреляют? Вот ты мне расскажи, пожалуйста. Я... Знаешь? Ну, как? Священный рандом. Ну, конечно, по головам раздают священным рандом. Управляемые испытания. А, священный. А мне, знаешь, что подожди? Священный. Стреляют священным рамбом. Я думаю, что за Че за техника такая? Рамбом. О, мне тут. Я чувствую, кто-то мне пулемет хочет тут подогнать. О. А, нет, это зенитчик был. Чё, я знаю, это... Да, я на О1. 4 на 2 здесь. Не, когда эти боты выскакивают прям... Миллиметры. Я, кстати, что, заметил, ботов добавили, солджер который. Ну да. Опа! А как вы-то в башенку залезете, блин? Меня прям там кто-то херачит. Какую башенку? Да я тут в одной башенке спрятался. На церкви я уже. А, мы уже ее захватили. Ой-ой-ой-ой. Глупыми подрочили. Серега, ты здесь убил, да, на площади? Нет, он убежал. Куда? Ну, так, где-то. Ну и? Ах ты, ё-моё, сзади. А, все. Меня завалили. Ну а на этом у меня, ребята, все. Если понравилось, можете подписаться ко мне на Twitch, где регулярно проходят стримы, в том числе и по Хигачу. А также можете вступить в мою группу ВКонтакте, где самые разнообразные, интересные новости и анонсы тех же самых стримов. С вами был Илюха. Желаю всем хорошего настроения и до встречи в новых видеороликах. Всем удачи!